Получилось, пацаны. Тупо получилось. Хочешь выиграть танк мечты? Тогда подписывайся на канал, жми на колокольчик и ставь лайк данному видео. Также пиши комментарий со своим ником. Более подробная информация в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер. Сегодня мы с вами записываем видео по танчикам, где будем делать такой обзорчик моего вчерашнего вечера, где мы, ребята, тестировали новые овердрайвы против Джиггернаута. То есть, как это все дело убивается им или не убивается им. Короче, в данном видеоролике вы, ребята, это все посмотрите, надеюсь, оно вам понравится. Вот, поэтому сразу заранее ставьте лайки. Также напоминаю, что за каждые 1000 лайков по данным роликам в верхнем правом углу появляется у нас подсказочка с промокодиком на 10 контейнеров. Поэтому, ребята, погнали. Вот, мы сегодня будем делать вот такой вот ролик. Это, кстати, будет, ребята, вырезка у нас со вчерашнего стримчика. И да, кстати, у меня на этом аккаунте есть 5 миллионов кристаллов. И это я все буду тратить на скидках на 14 февраля. Ну и так, к слову. А сейчас погнали смотреть про Джиггернаута. Поехали. Так, а где он? Он где-то здесь был, да? А? Вот сейчас бы оверка мне не помешала. Я Джаггера слил. Блин, да я не хотел так Джиггернаута сливать. Так, мне сейчас, короче, нужно на Джаггере слиться. Ну, короче, вот так вот молот у нас работает. Молот, ребята, вот так вот. Перезарядочка. А стрельцой его достаточно весело убивать. Вот так вот, короче, пацаны, стреляет арта. Нормально Джиггернаут отлетел. Тупо три выстрела и нет Джиггернаута. Нормально. Смерть! Да, пацаны, нормально? За такой лайк и подписочка на канал. Просто вообще жесть. Тупо смерть. Я как понял, у нас эта вся хрень работает еще под ДДшкой. Ты типа юзаешь вот эту оверку, и она еще как ДДха работает. Ебать. Не, ну под бустером это вообще мощная тема. У него как-то урон очень сильно быстро вылетает. Кстати, у ближних бойных пушек как-то урон очень быстро вылетает. Надо сейчас это протестировать еще на этом. Скажи, я повторю. На огнеметах, на изидах. Урон типа мега быстро вылетает как-то. Типа я не должен был под бустером сносить по 2500 хп. Алло. Чтобы, так сказать, удовлетворить желание всех. Вот он, гром. Вот так он, ребята, стреляет. Ну, заметили, да? Не очень быстро. А, хер с ним, без ДДшки давайте. Че это было? Тупо говно. Так, набиваем оверку себе по шурику. И сливаемся. А зиду поставить. Сейчас, ребят, посмотрим, как у нас огнемет себя показывает. Ща! Ехать, догорание! Тупо изнасиловал, пацаны, тупо изнасиловал. Охренеть. Джиггернаут, что с лицом? Так, мне нужна оверка. Сейчас заценим. Во! Видели? Блин. Просто тройной лучик. Охренеть. Покажи оверы. Сейчас, ребят, на космосе катается. Ля, дурачок. Ля.
Не, ну хотя на смоке Джаггернаута таракани тоже достаточно весело. Это охренеть. Я теперь не знаю, как на Джаггернаутах у нас играть в обычных битвах. Это же просто нереально, вы понимаете это или нет? Да фак! Блин, а? Вот сейчас бы так красиво получилось убить Джаггера, а? Взяли все и испоганили. Вот там, мне кажется, можно выпарить вообще нормально. Но откинула все-таки Джаггернаута. Откинул, но не умер. Он прочухал, чем дело пахнет, тупо свалил. Апокалипсис нахрен. Джаггернаута атакует. Потому что у меня тупо не было возможности. О! Блин, ну это подписчик, он тупо от меня не уезжает. Братан, тебе нужно было ехать. Че ты стоял-то на одном месте? Я посмотрел, как чисто Джаггернаут останавливается. И тогда вот это было прикольно. Я, кстати, убрал одну эту. Ну, типа как-то непонятно. Он типа, знаете, на Джаггернаута она как-то действует довольно-таки странно, эта оверка. Ну зачем вы бьетесь-то, а? Да фак. У-ху-ху-ху-ху! Получилось, пацаны! Тупо получилось! Лол. Изи, изи, просто изи. Нормально. Ого. Жмыхнуло. Рыли? Ни хрена себе, как может Джаггера бахать. Блин, натуре, ребят, прикольно. Я сейчас опять Джаггернаут тупо подъехал ко мне, и я его забахал. Блин, ну это пока, наверное, все так изи действует. Это потому, что я с подписчиками, да, играю? Потому что здесь, по факту, подписчики мне дают это все дело. Вот как это все будет в рандоме у нас работать, я хз, на самом деле. В итоге, ребята, у нас получился вот такой ролик, не знаю, насколько он вам понравился, но я попытался максимально показать все возможное с Джаггернаутом, именно с новыми овердрайвами, как его можно убить, то есть даже мы пробовали эту тему на Хантере у нас, но как вы, наверное, видите, он, конечно, его стопит, можно так застопировать Джаггера, но вот что 100% вы его убьете, конечно, гарантии нет, и поэтому здесь, не знаю, виллом по воде, мне кажется, такой способ писан на Хантере, но... Ну, это вообще не идет дело. С Васпиком у нас обстоят дела больше в плане рандома, потому что он как раз таки кидает, ребят, свою вот эту вот мину, да, гранату, я не знаю, как хотите так назвать, бомбу, наверное, ядерную, и получается так, что, ну, все ее видят, даже тот же самый Джаггернаут. А Джаггернаут, как вы, наверное, ребят, понимаете, корпус у нас достаточно быстрый, он очень легко разгоняется и очень легко ему, соответственно, от этой гранатки убежать. Я, естественно, кстати, ребята, подрывался уже от этой мины на ваншоте Джаггера, все нормально, все четенько. И там, кстати, такая новая иконочка того, как убиваются с вот этих как раз-таки бомб атомных. То есть там такой взрыв, и реально это как бы круто, ребята, очень показано. Я не знаю, может быть, это было еще и до этого, когда у нас елочки падали, но, по крайней мере, я такого не замечал. Вроде бы раньше просто, типа, там сам уничтожился, как бы, и на этом все. А сейчас добавили именно на тесте такую анимацию, ну, не знаю, мелочь, а все-таки приятно. Вот, и остаются у нас более-менее два таких корпуса, благодаря которым можно убивать Джаггернаута практически со 100% вероятностью. То есть, это овердрайв у Мамонта. Если вы его заюзаете и зажмете, опять же, этого самого Джаггера, вы, ребята, его убьете 100%, потому что там урон проходит по 999. То есть, практически по косарю он, ну, я не знаю, там в секунду вылетает, я даже не понимаю, сколько он там раз в секунду
секунду вылетает, но очень быстро он убивает Джаггера. То есть он, ты просто как бы его толкаешь и ты его убиваешь. И еще я заметил такую одну особенность, не знаю, это дело связано с тестовым сервером, вы, наверное, тоже, ребят, заметили это на Мамоте, то, что когда ты его толкаешь, он не сразу начинает давать дэмэдж, то есть он сперва как притрагивается к корпусу, а где-то через секунду только начинает проходить дэмэдж, не знаю, это может рассинхрон, но если это будет в механике у нас на постоянной основе на Мамоте взято, ну как-то это, ребята, не очень круто, потому что, блин, Мамот у нас так достаточно медленный корпус, чтобы, так сказать, с ним нормально можно было играть с этим овердрайвом, мне кажется, нужно, чтобы сразу этот урон проходил, поэтому не знаю, как-то так. Ну и про Викинг, это у нас, конечно же, ребята, здесь вообще no comments, этот, я так думаю, овердрайв будут использовать у нас большинство игроков, чтобы, так сказать, убить Джаггера, потому что это самая популярная хрень. Ты просто как бы накапливаешь себе овер, одеваешь абсолютно практически любую пушку, и все, мать его, Джаггернаут, ребята, уже твой. Я не знаю как, но это жесть какая-то. Особенно весело убивать Стринса, с чего там еще, с рикошета тоже довольно-таки весело. Блин, и это, ребят, круто, это найсово. Поэтому, кому понравился данный видеоролик, данный тестик, ребята, обязательно ставьте ему лайк, также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик. Ну а с вами был Вайдер, всем пока-пока. Show.